Теперь еще раз, это очень важный момент, я последние полчаса посвящаю Нелли Александровне Савельевне. Она разрешила, сейчас я буду, не знаю, кого материть. Смотрите, это наша, я сказал, Нелли Александровна, держи, я тебя сфотографирую. Вот, ну разрешила. Это принцип работы в нашем саду. Ничего, только привили. И три покоса за лето. Ничего, вообще ничего. Ни одного полива, а? Лена Александровна, ты моя совесть. Скажешь, что хоть раз в жизни где-то там по зауглам железо преувеличивает, обманывает. Ни одного полива, ни одного... И ты хоть раз у меня видел в руках этот? С этим. С этим химикатом. Вот, нет? И не увидишь. Значит, все вот так вот. Единственное, работа была. Ой, сколько собирать пришлось в этом году. Боже мой. Сотни ведер. Девчонки устали, девчонки замучились. Вот, чтобы набрать 150 банок с косточками трехлитровой. Вот, это было. А вот теперь от тебя разговор пойдет. К сожалению, разговор будет грустный. Хоть ты этого не заслужила. Значит, смотри сюда. Начнем мы издалека. Вот твоя... Наша фотография. Вот, видишь, кстати, вот это дерево. О, нет, совсем не отвлекаюсь. Итак, я фермер. Сейчас поймете, мы начнем издалека. Помните, за 3 месяца черешню вырастить, с косточек посадил, через 3 месяца взрослое дерево, 20 килограмм. Через 3 месяца. Там так написано. Итак, я фермер 40 лет. Так. У Елены, у нее стаж 20 лет, ну, начнем с дачного, так, дача у всех, у нее 2 диплома, красные, научные работы, аспирантура, так, и вот эта вот фраза, которая меня, это, нам еще одного фермера не хватает, представляете, я на нее такие надежды возлагал, а я возлагал надежды, как гражданин России. Вот, как человек, который много знает, многое понимает, очень активный гражданин России. Я надеялся достучаться до президента, до министра этого самого науки и высшего образования. Вот. По нему плачут 2 места. Или типа, не обязательно директор, ну пусть проректор это самое. Демиряжика, а так ранее, или ведущая крупнейших телевизионных каналов, где учат садоводство. Но на канал ее не возьмут никогда на телевизионный. Потому что иначе ей придется рекламировать эти же яды, которые мы это, не, с ней не травили все эти 5-6 лет. Так нет. И вот получается еще. Дело в том, что у нее судьба стать фермером. Вот. Меня наизнанку ворачивает только от этого. Это ж человек с такими данными. И вот смотрите, к чему я говорю. И кто нам нужен. Я повторяю. Вот это вот, мы с ней сидели, и на одном из, или отдельный фильм знали, или это было на вебинаре, мы взяли и взялись отгадывать за 6 класс, это сопливые дети, 11-12 лет, правильно? За 6 класс. Вот, я выбрал несколько. Сейчас поймете. Что то творили. Я и специально издалека начал, и что, чем мы должны заниматься. Вот такие люди с красными дипломами, с этим самым, с путинской стипендиаткой. И как-то же, надо же как-то там выделить-то из этой массы-то. Как те эти самые, которые это, долбычат 100-летней давности. Да ладно бы, хоть это было бы действительно правда. Что 100 лет, это все уже ясно. Вырастут дички 100 лет. А потом оказалось, что никакие дички не вырастают, причем замучаешься вырастить дички. Задачу поставишь вырастить, и не получится. Смотрите. Я специально начал, чтобы вы поняли, насколько все серьезно. Итак, 6 класс. Мы с ней, я выбрал 2-3, потому что повторять все не могу. Мы с ней сидим и гадаем. Еще раз. У меня стаж 40 лет. Так. У меня 400 статей, у меня 4000 этих самых с лишним фильмов, я не преувеличил. 4000, не 4, не 40, не 4, 4000, так? Вот.
У меня сад, у которого нет ни одного научного учреждения. Так? А у нее столько всего, что это. И плюс у нее еще 5 лет работы, 6 вместе в одном саду со мной. Давайте сначала посмеемся. Почему у нас люди готовы и покупают, чтобы через 3 месяца посадить в горшочек косточку, через 3 месяца, в январе месяца посадить, или там в ноябре, а к Новому году у них уже черешня будет расти. На зимнем солнце, так сказано. Вот откуда берется. Глубина заделки семян зависит. Угадываем. Количество воды и воздуха в почве. Не поняли? И не поймете. Причем тут количество воды и воздуха в почве. Размеров семени и структуры почвы. Это представляете, 6 класс? Не. Дальше. Размеров семени и количество воды. Угадать точно, что имел в виду автор этого опуса, невозможно. И мы сидели с ней, чуть не сказал, 2 дурака. Боюсь, это слово еще прилипли. Как нам, я еще раз перечисляю все регалии, стипендиатка, сотни научных работ, это еще студенткой, вот, практика у Железовская. Вот. 2 красных диплома. Сидим, 2 идиота. Не то слово. Ну, а что надо было? Одна из самых страшных ошибок, это я объясняю, потому что это учеба, ребят. Одна из самых страшных ошибок в нашем садоводстве, современном и несовременном, это то, что на несколько сантиметров 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7 и, наконец, 10, самый крутейший это самое. При этом они всегда, только какие быстрее, какие позже, сгнивает основание штамба, и они погибают. Вот это можно было просто людям сказать, детям, что не глубина заделки, а результат, при какой заделке будет результат. И вот здесь написать, сантиметр, положено, нет, упавшее на это, не закопанное, 100%. На полсантиметра, если в сухих местах, хоть 20 лет проживет, если на пол, 40, потому что еще можно пересадить, спасти. Вот. Вот это, вы понимаете, вот как может ребенок, да, вероятность 34%. Угадал, спасибо, не угадал. Я не понимаю, вот, Елена Александровна, выбирайте, как, и тут упоминается количество воды, и тут количество воды, и тут размер семени, и тут размер семени. Это какой идиот это делал-то? Идем дальше. Смеяться будете. Потеря скорости семян вследствие переизбытка воды. Конечно, сгнивает, тут даже не сомневайтесь. Я приводил примеры, сотни фотографий. 100%. Гибель зародыша. Ну уж, конечно, если зародыш погиб, потеря скорости, да? Недостаток воздуха. Самое безобидное, но извините, если воздуха нету. А вы знаете, это тоже бывает такое. Особенно там переизбыток воды, он за собой тянет это, вытеснение кислорода с почвы. Ну вот это еще, конечно, дети еще подумают, а вдруг там действительно ему кислород нахрен не нужен. Ну, короче, 20% нажмут вот это. Гибель зародыша, потому что люди разные бывают. А вдруг подвох кроется. Гибель зародыша назовут 90%. И избыток воды еще 10%. Как-то так. 10, 10 и 80%. Вот. Но зачем вот такие идиотские примеры приводить? Гибель зародыша – это готовый ответ. И ребенок, который ответил, чего он научился? Чему? Если здесь это самое... Глубина заделки – это основополагающее. И то ни хрена не знает. А это просто тупой этот, рассчитанный на дурака, что. А мы ему подскажем, а то он иначе вообще никто не ответит. Органические вещества, содержащиеся в семенах растений, запасают для животных человека? Да. Всех органов растений? Да. Зародыша семени? Да. Ну что?
Во время набухания семена увеличиваются за счет прорастания, недостатка воды. Недостаток воды. Нахрена вы это детям? Так сразу готов ответ. Зачем вообще это было? Они пьют валидол уже с этого возраста. 6, 7, 8, 10 класс. Идиотская программа. А потом иди. Понял, чего я клоню? И понял, для чего нужна Савинич? Записка за Чирону Сибирь-Садоводы. Так, между делом это ненавязчивая реклама. 50, нет. Там нет 50. Ну, такой ящичек с книгами. Они книги кончились, прислал редактор Троценко. Вот сколько. Налетай, пока они есть. Вот это все. Больше никогда не купит. И даже в угнетических лавках. И, по-моему, уже и лавок-то нет нигде. Вот. Теперь немножечко пропускаю. Пропускаю. Так уж, ребята, сложилось. Последняя тема. Да, еще. Нет. Ну, не могу я успокоиться. Ну, не могу я. Итак, Елена Александровна Савинич берет землю, 6-7 гектаров, собирается садиться с фермером. Ну, вырастет 1000. Пройдут годы, 10 тысяч саженцев, пройдут годы, 100 тысяч саженцев. Большую часть покупателей угробят своими руками, даже не сомневайтесь. Получаю письмо. Ну, я помню, вы мне написали там это, вы мне, что надо на холме. Соседи меня обругали, я посадила в ямки. Это абрикос. Вот это и есть жизнь. Так вот, еще раз, кричу криком. Она становится фермером, она берет землю, она сейчас будет обивать пороги, чтобы дали землю. Знаете, сколько это стоит? Это только одна ограда. Чего стоить будет? А что-то, какое-то строение надо. Все. Это ужас. На это уйдет несколько лет, а потом однажды случится так, как моим садом. И такое может быть. Вот кого надо это, спецназ, вот кого надо в наручники, президент Академии наук, а лучше, если там сидеть будет еще покруче люди, министр. Ну нет, президент Академии наук, это уже не должность. Вот, когда отняли право мани делить, это теперь уже несерьезно. Вот. Министр сельского хозяйства, она ему не нужна. Он же сказал, что ваши проблемы мы не решаем. Это мои проблемы. Вот все, что я рассказал, все проблемы вот эти жизненные. Вот. Министерство науки и высшего образования. Вот. Ну, поступит в институт, допустим, в ВУЗ преподавать. Ну, 20-50 студентов, из них потом и вот, двое-трое, может, правда, станут агрономами. Да не нужны с агрономами, сами знаете. Только диплом нужен для вида. Вот. Опять мимо. Куда еще? Ведущий бы с ее внешностью, с ее языком подвешенным, с ее знаниями она побила бы. Но это новый канал нужен. Кто-то должен создать такой канал без рекламы. Канал, где реклама каждый день. Телеканал «Усадьба». Его смотрят миллионы. Что они видят? Берет саженец. Вот так вот этот секатор. Отрезает все нижние скелетные ветки, и вот тут вот уже, где пошел штамп, и тут нашел лишний, и тут, изувечил, посадил. Да что ж ты делаешь-то? Другой наделал вот таких ран, говорит, не надо их замазывать, сами зарастут. И на экране светится, не Лена Санна, не Сергей Железов, а вот эти вот самые спецы. Ведь что получилось? Сад Вигарова. Допустим, она там была, дала фотографии, ужас пришел. До чего довели сад, учат мастер-класс калечить деревья. Калечить деревья, на фотографиях даже раны не замазаны. Вот такие вот. Да что же это за наука такая? Надо же теперь это переучивать. А кто же будет, когда это... Я сколько обращался в Абаканское и в Даши Садоборское. Раньше меня с руками отрывали. Часовые фильмы снимали. И обо мне, и я. Это самое. Часовые. А сейчас, вы знаете, спонсоров нет. А раз спонсора нет, значит, у нас нет денег, чтобы на эти несколько минут показать вас на экране. Вот и все.
мы теряем страшный важный потенциал. Я бы тимирязевку пусть на второй роли там зав. отделом, потом бы она быстро бы вывелась начальники. Это потому что результат был бы. Она бы к Сергею. Сергей, давай все свои эти. Саженцы, черенки, кочки. Все, давай, давай, давай. У него еще, знаешь, сколько запас. Вот. С этого дерева Манжурцев 40 ведер собрал. И превратил в косточки. 40 ведер. Ценнейший материал. Да все это в Тимирязевке надо. Вы думаете, там не будет расти? А куда она денется? Отбор будет. Потому что у них папа разные. Есть европейцы, Манитоба, есть, допустим, королевский есть европеец, вот. Есть канадские, это тоже, я считаю, Европа, ну, то есть по уровню, это, по широте, вот. Эти самые, вплоть до Жардель, тот должна быть, там, по-моему, этого добра нет. Тимирязевская академия продает саженцы. Вопрос к этому, к агроному, который отвечает за рекламу. Почему нет сада? Это переписку обнародовал Троценко Павел, редактор моей книги. Вот. Почему нет фотографии матчного сада? Почему жалюзская фотография на сайте Тимирязевки? Хлоп-хлоп глазами. Ну, у нас это сад есть. А почему фотографии нет? А потому что он не плодоносит. Я на последний вопрос. Где же тогда вы брали косточки, чтобы вырастить абрикос. Как может быть абрикосовый сад без абрикосовых косточек? Да что же за волшебники такие? Фокусники, мошенники. На последний вопрос ответа нет. Предпоследний вопрос ответил. Наши абрикосы не плодоносят, поэтому нет фотографий. Вот кого надо. А на пару железом Сергея мы не такое устроили. Может, остальных ребят потянули. Те же Макарова, тоже Мезенова. Во была бы команда. Потому что эти бы свое не упустили. Ну, прошло бы лет немного. Тут надо... Все, что связано с прививками, это 5 раз быстрее, чем люди, которые жизнь тратили. А потом, так как сами не знали, что нельзя заглублять, классики не знали. Классики. У них были страшные потери. И у современных абрикосоводов страшные потери. Только не хотят признаваться в этой ошибке. Вот. Ну, для чего я говорю? А вдруг возьмет мой брат, допустим, вот этот кусочек из вебинара вырежет, ну, вот эти минут 10, и напишет. Хватаем мешки, вокзал отходит. А не каждый поймет эту поговорку. Хватаем мешки, вокзал отходит.